Хотел бы поднять вот тему такую немножечко приземленную, понимаете, потому что я вот думаю, ну, я какие-то вот космические темы там поднимаю, да, глобальные медицинские темы, вот, а как бы, ну, люди, у людей сегодня масса кошмарных проблем, и они не знают, как это вот решить. Ну, я, может быть, какой-то тоже хотел бы внести вклад, потому что вот YouTube, он славится, такой сайт, что он резко помогает в каких-то вещах, раз, иногда даже поворачивает жизнь, кто-то какой-то ролик интересный создал, открыл бизнес, правил здоровье, решил хозяйственную проблему. Мне очень нравится вот эта вот черта YouTube, поэтому я как бы хочу остановиться на вот действительно препаратах, которые бы, ну, вот, на мой взгляд, могли бы существенно помочь. Я вот немножко случаем ознакомился с препаратами фирмы Glorion и обратил там, ну, вот такой G-Shape у них есть препараты. Вот я хотел бы немножечко пояснить так, чтобы это было понятно, ну, на пальцах, может быть, научно-популярно, так сказать, что, о чем идет речь. Дело в том, что вот когда мы едим, ну, какую-то пищу, мясо, там, какие-то другие продукты, там, пусть даже те же молочные продукты, организм наш, как многие думают, не поглощает. Ну, все знают, что нужен белок для строительства организма. Но он не поглощает белок. Он не может его просто физически поглотить. Ну, вот, скажем, молекула слишком большая. Вот, поэтому всякий белок разлагается до аминокислот. И вот здесь обнаруживается, что одних аминокислот много, других мало. Да еще не, если не хватает незаменимых аминокислот, то остальные аминокислоты оказываются бесполезными, просто не усваиваются организмом. Вот. И вот в силу этого сразу возникает... Ну, кроме того, вот я почему эту тему поднимаю, то есть это тема как бы избыточного веса прежде всего. Вот я, надо было, наверное, с самого начала сказать, вот я и хочу как бы обозначить, почему с избыточным весом не только что это у людей вызывает нравственный дискомфорт, да, ну там, может быть, физический дискомфорт. Дело в том, что это и самый главный убийца, то есть источник сердечно-сосудистых заболеваний, потому что вот когда вот с этим набором аминокислот, который наш организм плохо или хорошо там разложил, мы еще поглощаем массу жиров, холестерин, который забивает стенки сосудов, потом мы не знаем, что с этим делать. Вот. Поэтому я, вот изучив там материалы, как бы, вот, которые там компания Glorion там представила, я как бы вот все-таки прихожу к выводу, что они разумные, логичные и правильные. Потому что вот в препарате G-Shape там, ну, как бы набор из 7 аминокислот, так, и которые наращивают как мышечную массу, так и незаменимые аминокислоты, и минеральные вещества там представлены, и также набор самых различных витаминов, ну, в научной такой пропорции, ну, целая линейка витаминов В,
А это влияет очень на мозговую деятельность. А мозг – это наша главная опора, которая борется и с какими-то заболеваниями. Оттуда идут команды: сделай то, сделай это, печени и так далее. Вот. Поэтому я как бы вот, мне кажется, вот сама разумность концепции должна действовать. И ну, я как бы знаком с некоторыми людьми, действительно, которые употребляли вот этот препарат, ну, как бы помогает. Вот я думаю, понимаете, какая ситуация? Вот кто-то набирает избыточный вес, наверное, с возрастом это рано или поздно начинает происходить. Он пробует то, это, пятое, десятое. Я вот не хочу сказать, что все препараты прямо... Сейчас, извините, выключу. Я не хочу сказать, что все прям препараты, ну, вот как бы плохие. Но дело в том, что само по себе ожирение, набор лишнего веса, он вызывает самыми разными причинами. Там и обмен веществ, там и какие-то заболевания могут, и язва, и что-то еще, и плохая там работа печени и прочее, прочее. Так вот, если вам какие-то, ну, какие вы пробовали раньше методы по тем или иным причинам не помогли, ведь диагностика вот у нас организма в медицину мало вкладывают денег, поэтому часто определить точно причины, даже это, как получается, черный ящик, не так-то просто. Вот. Я думаю, что вот данный метод, который тут предлагается, да, компания Glorion, да, ну вот понимаете, она как он как бы я не вижу никакого риска для человека, как бы попробовать и как бы ну и достаточно высока степень и шансы, что как бы проблема сдвинется с места. Но вот там пишется до 500 грамм в неделю. Но вполне возможно, потому что смотрите, какой момент. Если вот этот, скажем так, я назову его экстракт по-своему, аминокислот, он сбалансирован по витаминам, по всему прочему, то организм получает достаточное питание, и ваш аппетит, а он должен, соответственно, уменьшиться, да, и вы меньше набираете каких-то вредного холестерина или еще каких-то веществ, которые... А наоборот, вам поступает то, что благотворно на вас, там клетчатка, там витамины, необходимые микроэлементы, там минералы, ну и прочий там состав. Я как бы, если вызовет вот это вот интерес тема, ну, давайте я там ее поизучаю, мне тоже вот интересно. В конце концов, ну, я посмотрел, цена не заоблачная, 1650 рублей, там, да, так 15 доз, да. И, ну, в принципе, не корову человек теряет, можно попробовать и посмотреть. Если будут какие-то сдвижки, слава богу, весы есть, или как-то самочувствие человека, или он увидит, что у него как бы рельефность мышц нарастает, там как бы все, ну, фигура как-то подтягивается,
то, может быть, это будет, если кому-то поможет, я буду очень рад. Ну, я оставлю ссылочку на вот этот материал, и я буду как бы изучать и другие методы как бы вот, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, в конечном счете так, потому что все это откликнется на сердечно-сосудистое. Почему? Потому что рак, насколько страшная, мучительная болезнь, от сердечно-сосудистых заболеваний гибнет гораздо больше людей. Вот как бы, ну, я вот на сегодня, может быть, я вот эту тему немножко попозднее, я сейчас, может быть, недостаточно как бы раскрыл. Ну, я впоследствии буду возвращаться к этой теме, к различным темам медицины, поэтому мне, потому что это все ужасно интересно, вот, и, ну, посмотрите ссылку, может быть, попробуйте, и, глядишь, дело сдвинется. Народ, умеющий бороться, всегда заделает прорыв. Всего доброго!